Здоровенькі булини з України. У нас тут нове поступлення в колекцію совєтської техніки. 39 гривень доставка обошлась. Так, в бандерольном конверте обмотано очень скотчем и какими-то старыми журналами. Приехал. Квадратненький, симпатичный приемничек Vega 402. Значит, как бы для своего возраста, а ему лет 40, в хорошем состоянии, как мне кажется. Что-то немножко там болтается, что-то крутится. Нету ручки для переноски. Она, судя по форме, была какая-то съемная. Но зато есть крышка блока батареек. Потому что обычно, ну не обычно, но очень часто крышка где-то протеряется. Так. Контакты, ну вот в нормальном состоянии, но этот надо будет почистить. Не сейчас. Значит, включим мы его позже. О, государственная надпись. В 1973 году. То есть почти 40 лет назад. Да? Правильно я считаю? 73, 30 и 50. Почти 50 лет назад некий Алексей Яковлевич в свой день рождения от сотрудников отдела получил прекрасный подарок. Транзисторный портативный радиоприемник Vega 402. Видимо, уже хозяина нету, радио осталось. Отправиться после проверки в нашу коллекцию. Вот такая сегодня распаковка. Спасибо за внимание. Пока-пока.